Добрый вечер, Максим Акар. Ну, есть такая случилась игра. Что можете сказать про игру, про матч, и про Арал, и про стадион? Да, сложно что-то сказать. Играть в таких климатических условиях достаточно сложно. Скучное поле, плюс 40 с чем-то градусов. Издевательство над футболистом. Представляешь, что вы играете, наверное, каждый игрушный чемпионат. Нереально. Был бы этот образ, там, не знаю, февраль-март, может, был бы полегче. Дело не в погоде. Ничего сегодня такого не произошло. Посмотрели молодежь свою, дети, которые у нас на подходе. Дали поиграть. И ребятам спасибо, что старались. Потому что нам на лавке было тяжело сидеть, а здесь выходить еще бегать. Черт, дотерпели, значит. Задачи мы все решили. Арал, поздравляю с победой. Про Арал что можно сказать? Ну что можно сказать? Молодцы с победой. Болельщики порадовались. Молодцы. Еще один вопрос. В этом году юбилей у Неома Кутубаева. Что можете сказать про него? И вы сыграли ли в сборном с ним? Нет. Он намного старше. Он играл с моим братом. Я с его с ним не застал. Я его знаю, но с ним я на поле не играю. Можете поздравить его на каком-то слове? Поздравляю Неому. Пожелать самого здоровья. Долголетия. Чтобы сопутствовало у меня по жизни удачи. Спасибо.